Монти, вот такая посудомоечная машина Hot Point Ariston, модель LFT-116. Значит, какое заболевание? После включения начинает наливать, спускает воду, наливает, и потом моргают вот эти две лампочки. Коды ошибок неизвестны на эти две лампочки, но при разборке было определено, что это не датчик налива воды, потому что, ну, во-первых, я его снял и поставил отдельно, и на плате он уже даже закороченный, кто-то его закоротил так, чтобы его вообще, ну, чтобы он не действовал. Кто это сделал, я не знаю, но не важно. То есть это не он. Будем разбираться. Для этого снимаем левую крышку. Посмотрим, что в системе налива воды. Для того, чтобы открутить крышку, откручиваем винты. Два здесь, тут один внизу. Вот здесь и с обратной стороны тоже два винта. И вот, чтобы ее снять, тут еще нужно защелочку. То есть она как бы снимается. А чтобы открыли боковую левую крышку, и здесь у нас система наполнения воды. Ну и, собственно, я заметил неисправность. Это проблема или нет, сейчас увидим. Но сейчас я покажу, собственно, в чем суть проблемы. Включаю в розетку. Включаю саму машинку. Она сначала включается на слив воды и потом начинает наливать воду. Ну, слив воды я не буду показывать, но когда будет наливать, я продолжу видео. Ну а вот когда начинает наливать, как видите, тут все течет. И течет как-то сейчас не очень сильно. Перед этим я включал, вообще все текло. Ну, собственно, оно там заливает и вот здесь клапан, и там есть разъемы внизу. Возможно, ошибка была из-за того, что все залито водой, а клапан наполнения, вот этот клапан не срабатывает. Он должен стоять внизу и контролировать этот процесс. Он перекрыт перемычкой. Замкнут, кто-то этот вопрос уже решил. О, ну вот сейчас начало течь еще больше постоянно. Вот так постоянно течет. Ну и нужно устранять проблему. Сейчас будем решать. Чтобы устранить проблему, сначала снимаем этот загрузочное устройство, загрузка воды. Оно прикручено с той стороны большой гайкой. Вот этой гайкой необходимо ее открутить. Вставляем что-то такое типа плоскогубцев, вот так вот, и откручиваем. Я уже откручиваем, и тогда эта гайка снимается. Ну вот так я кусачки нашел, такие, которые влазят сюда, и вот так откручиваю. Теперь после того, как открутили, эта часть вынимается вверх. Она тут как раз вот этим кубиком вставляется в резинку. То есть вариант, что течет через резинку, нужно проверить. Ну и тут есть такие смотровые окошки, ну, не смотровые, вентиляционные окошки. Когда сильный напор воды, вот через эти окошки могут проливаться
вода, но как-то тут его нужно регулировать, поэтому нужно еще проверить и не течет ли вот здесь, потому что сама вода здесь в принципе есть. Ну и резинка, сейчас будем выяснять. Ну что же, теперь после того, как протечка устранена, причем она протекала не только через вот здесь резинку, но и здесь есть там с обратной стороны окошко, через которое вытекала неправильная подача воды. Никакой протечки, никакого капания, все сухо, там в поддоне сухо соответственно. Ну и машинка работает, не знаю, слышно или нет, но она работает. Сейчас открою. Тут все нормально работает. Вода горячая, но включена на первую, на 50 градусов, ну такая, ну 50 градусов. Слышно, наверное, что она работает. Неисправность устранена. Это затопление. Причем датчик не срабатывал, потому что я его сюда вынес. Он на плате замкнут. Ну, сделана обводная петля для того, чтобы он не срабатывал. И поэтому уже до меня нельзя это делать. И поэтому затопляла всю электронику, и машинка выходила в аварийный режим. Все сделано. Машинка возвращается своему хозяину. Подписывайтесь на канал. Ремонт доступным способом различной бытовой техники. В данный момент это было Ariston LFT 116. Всего доброго. Встретимся еще.